Президент России Владимир Путин пожелал удачи министру обороны Египта Ас-Сиси в борьбе за кресло президента. До сих пор официально о своем намерении стать кандидатом на пост главы египетского государства маршал не объявлял. Однако аналитики сходятся во мнении, что он не только будет участвовать в выборах, но и, скорее всего, одержит на них победу. Я знаю, что вы, уважаемый господин министр обороны, приняли решение баллотироваться на должность президента Египта. Это очень ответственное решение — возложить на себя такую миссию за судьбу египетского народа. «Я хочу выразить благодарность вашей стране прежде всего за экономическую помощь», — сказал Абдель Фатах Ас-Сиси. «Думаю, формат 2+2 крайне важный и эффективный. Он позволяет нам обсудить много приоритетных вопросов, в частности, в области безопасности и военного сотрудничества». Визит в Москву – первая зарубежная поездка Ас-Сиси после того, как в июне армия отстранила от власти президента-исламиста Мохаммеда Мурси. Переговоры состоялись в формате 2+2 на уровне глав внешнеполитического и оборонного ведомств Египта и России.